точно на восток от вашей позиции. Всем привет! В очередной раз наткнулся на бездарный комментарий неизвестного специалиста в комментариях к видео. В этом комментарии специалист рекомендовал вместо покупки одной мощной видеокарты построить SLI или Crossfire из пары бюджетных видеокарт. Мол, это добавит производительности, и система в итоге будет мощнее, чем с одной более мощной видеокартой. Я неоднократно экспериментировал с построением как SLI, так и Crossfire, и у меня есть совершенно другая точка зрения. И сейчас хочу показать несколько отрывков из видео, которые я зафрапсил во время очередного эксперимента. На этот раз я строил SLI из пары GTX 760. Я не буду комментировать эти отрезки, просто покажу вам, с чем вы можете столкнуться при построении SLI или Crossfire вместо покупки одиночной видеокарты с хорошей производительностью. А вы напишите в комментариях, что думаете по поводу такого повышения производительности. Спасибо за внимание! We'll be right back.